Здравствуйте, дорогие садоводы, дорогие наши подписчики! Сегодня, как мы и обещали, вам покажем обзор саженцев, которые нам поступили. Начали поступать у нас уже саженцы плодовые и декоративные. И вот сегодня мы вам покажем. Начнем с гортензии. Гортензия у нас, скажу, что вся в обзор не попала, какая у нас была. У нас поступило очень много гортензий. Но какие получилось нам показать, мы сейчас вам покажем. Потому что мы разбираем товар прямо здесь в зале. У нас покупатели с нами тут же все смотрят. И что-то нравится, сразу покупают. Ну, я вам сейчас покажу. Вот такая гортензия. Фантом. Кустарник. Высота 2,5-3 метра. Листья зеленые. Цветки собраны в крупные соцветия метелки, кремово-белые, розовеющие к осени. Гортензия грандифлора, прямо растущий кустарник, листья матово-зеленые, шершавые, цветки бело-кремовые. Так, соцветия длиной 20-30, зимостойка, так, высота 2 метра. Хочу сказать, что все эти саженцы у нас агрофирмы «Поиск». Все мы эту агрофирму знаем, покупаем семена этой агрофирмы. И вот саженцы тоже, они поступают вот в таких вот коробочках, все саженцы. И вот сейчас покажу, в каком они виде. Ну вот дойду потом я до плодовки, покажу вам. Гортензия у нас убрана, ее хранить нужно в темном прохладном месте, поэтому у нас на витрине стоят только коробочки, а саженцы у нас убраны. Так, вот такая гортензия Magical Candle. Куст сильно разветвленный, цветки бело-кремовые с зеленоватым оттенком, осенью розово-красные. Так, гортензия Долли, куст высотой 2 метра, цветки белые, к осени слегка розовеют. Так, гортензия Ламлайт, кустарник высотой до 3 метров, листья зеленые, цветки метелки, изначально зеленовато-желтые, позднее кремово-белые. Ну вот красноватых у нас, красных в обзор у нас не попадает пока. Поступят, мы снова вам покажем. Так, вот где-то одна есть у нас, показать, как они поступают. Вот на этой покажу я вам. Вот она. Вот в таком виде. Закрытая корневая система. Гортензия метельчатая, это самые зимостойкие. Культура такая у нас из гортензий. Вот так они у нас поступают. Так, из плодовки что поступило? Вот тоже хочу показать. Смородина. Вот такие вот у нас. Вроде бы посмотреть, не сильно большие кустарнички. Вот такой вот. Вот он. Но они быстро растут и как бы быстро отрастают. Так, вот скажу, смородина. Сорт Фортуна. Ягоды массой 1,8 грамма, круглые черные, глянцевые, зимостойкий сорт. Селечинская, известный сорт, ранний срок созревания, среднерослый, слабо раскидистый. Так, ягоды крупные, до 3-5 грамм, зимостойкая. Черная. Так, сорт Августа, средний поздний срок созревания, ягоды крупные 2-3 грамма, куст среднерослый. Смородина Пигмей, среднерослый куст, ягоды 3-7 грамм, зимостойкий. Так, и Гулливер раннего срока созревания, куст сильно рослый, ягоды 2-3,5 грамма. Саженцы этих сортов смородины мы будем отправлять нашей одной из подписчиц. Ежемалина, Пейбери, сорт раннего срока созревания, крупноплодный, ягоды 5-10 грамм, удлиненные. Темно-красные, блестящие, сладкие, с привкусом ежевики. Вот такая вот ежемалина. Тоже вот такой вот. Вот.
жимолость, голубое веретено. Раннего срока созревания, куст среднерослый, среднесжатый, ягоды удлиненные, веретеновидные, почти черные с голубым налетом. Вкус ягод кисло-сладкий и с горчинкой. Средняя масса 1 грамм. Ежевика. Трипл краун, бесшипный сорт, среднего срока созревания, ягоды крупных размеров до 8 грамм. Сорт отличается очень высокой урожайностью, до 15 кг с куста. Так, устойчивость заболевания высокая, морозостойкость хорошая. Так. Ежевика Prime Arc Freedom, ремонтантный, среднерослый куст. Побеги до 2 метров высотой, бесшипные, очень крупные ягоды массы около 9 грамм, вытянутой формы, черного цвета с характерным блеском, сочной плотной мякотью. Ежевика Томфи, бесшипный сорт, формирует мощный куст с полустелящимися побегами. Ягоды крупные, до 5 грамм, яйцевидные, фиолетово-черные, кисловато-сладкие. Хочу сказать, что ежевика в нашем регионе очень хорошо растет. У нас на участке тоже есть ежевика. Если кого-то интересует, можете посмотреть. Мы в летних видео показывали ее. Очень хорошо зимует без укрытия. Актинидия Коломикта, доктор Шимановский. Самоплодный сорт. Сорт очень, с очень декоративными зеленовато-бело-розовыми листьями и съедобными плодами. Так, сорт самоопыляющийся. Растение очень морозостойкое, до минус 30 градусов. У нас тоже на участке есть, мы тоже его показывали. Его еще называют уральская киви. Вьющееся растение, самоплодное, опылителей не надо. Достаточно посадить один куст, и ягодки уже будут. Так, ну вот такие у нас саженцы поступили на сегодняшний день. Какие будут поступать, мы вам будем обязательно показывать. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго. До свидания.